Амал – общий праздник для тюркских народов, так говорил Абиш Кекилбайулы. В этом году традиционно на горе Отпантау будет отмечаться праздник Амал Мерекеса. Будут возведены 40 юрт, организуется множество культурных и спортивных мероприятий. Праздничные мероприятия начнутся 13 марта. В этот день в конно-спортивном комплексе села Жангалды проведут такие национальные игры, как Атбайге, Кызгу, Тазжигурту. В этот день также на площади Карашанграх запланирован вечер народной артистки Розы Рымбаева, певца Али Акапова и Мади Рымбаева. 19:00 вечера будет зажжен огонь единства. Состоится также праздничный концерт певцов из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и, конечно же, артистов области. Одновременно будут организованы областной слет поэтов. Праздничное мероприятие начнется с концертной программы артистов Тупкараганского, Каракианского, Муналинского районов и города Жанузин. В этот день также пройдут соревнования по национальным видам спорта. А в комплексе Карашанграх будет организована церемония Цаунгды Кисин, Кюрмюнгды Шишин по разрезанию пут малыша. Праздничное мероприятие на горе Утпан завершится церемонией передачи огня единства от потомков Муналата потомкам Кусаята. Кроме того, без внимания не остались и жители города. 14 марта в 15 микрорайоне в амфитеатре состоится концерт народной артистки Розы Рымбаевой. На праздник Амал Мерекеса желающим посетить гору Утпан будут организован специальный автобус, который будет курсировать 13 марта с 11 часов утра перед гостиницей Нурплаза. Обратно в город можно будет вернуться 21:00 вечера. А 14 марта общественный транспорт выйдет из города в 8 часов утра, а обратно вернется в 15:00 дня. Отметим, что с 13 по 14 марта на Утпантау будут курсировать автобусы не только из города Актау, но и из Жанузины и всех районных центров. Айжан Сабитқызы, Медет Мингдубай, Дидар.